Друзья, всем привет! На связи Павел Дородный, его на канале качественного монтажа кровли. Наконец-то я закончил установку водосточной системы Дёки Люкс. Цвет у нас белый. По возможности старайтесь всегда использовать длинные металлические крюки, которые заводятся под кровлю. Но это приходит с опытом, правда. Но потом ты начинаешь понимать, что данное решение лучше, чем нежели короткие металлические крюки, либо там пластиковые крюки. Вот такое решение у нас здесь. Две водосточные системы сходятся. Раньше эта водосточка верхняя, она стояла немного по-другому. Да и в принципе не было вот такого навеса, да, вот такой беседки. Вот сейчас беседка, соответственно, появилась. Заказчик пожелал, чтобы мы изменили немного водосточную систему, которая сверху идет, и завели ее в одну общую, соединив вместе с беседкой. Вот так это получилось. Сейчас подойду поближе, стараюсь вам показать. Использовали Ч-образную воронку еще дополнительно для того, чтобы свести две трубы. Вот там у нас стоит металлическая планка, да, это я называю это капельник желоба, потому что капли, стекающие с кровлю, при ветре, да, завихрение происходит, они попадают за желоб. Для того, чтобы они не попали за желоб, а попали конкретно в желоб, я ее называю капельник желоба, потому что эта планка спускается в желоб. Хотя многие говорят, что это ветровая планка. Ну, пусть они так и думают. Вот таким образом у нас и здесь. Все, здесь слив есть. Здесь вот так вот. Сейчас подойдем и посмотрим, что еще хотелось бы сказать. Кстати, вот по поводу вот этого материала, который лежит наверху, да, очень удачное решение. Это литой поликарбонат, но капризный, конечно, он царапинный, капризный. Ну и как бы в принципе, наверное, все. Вот это. Планочка такая, попадает сюда водичка, да, при завихрении ветром она туда у нас не попадет, то пространство у нас попадает все четко конкретно в желоб. Вот так это сделано. Трудитесь, друзья, успехов. И на будущее, вот здесь вот весной, как весна придет, вот эти места мы обязательно прогерметизируем, дабы избежать каких-либо протечек, что где заглушки. Ну и, соответственно, с той стороны. А так, всем до новых встреч. Наклон обеспечен. Вода у нас стекает именно туда. Все, всем пока, на связи.